Друзья, это я приехала к матери на кладбище. Наши днепропетровские власти решили, что на кладбище заезжать не стоит. Они поставили против простых людей, поставили полицейских и поставили машину, видите, снарядом. И вот они здесь стоят. Вот ко мне подходит человек. Добрый день, девочка. Добрый. Ваша страна Бригида национального. Можно не снимать меня, пожалуйста? Ну, так вы ко мне подошли. Нет. Я подъехала и стою. Слушаю вас. Что случилось? Что? Я на кладбище к матери еду. Извините, пожалуйста. Ну, как бы дорога пока не перекрыта. А почему? Почему я не могу к матери на кладбище проехать? Подойдите, пожалуйста, сюда. Меня не надо снимать, пожалуйста. Выключите, пожалуйста, телефон. Ну, вы ко мне подошли, не я ж к вам подошла. Я просто ехала, я еду к матери на кладбище. Вы меня не пускаете. Почему, пожалуйста, скажите? Вы здесь поставили какой-то броневик. Почему? Не, броневик не поставили. Почему на кладбище к матери я не могу проехать? Горсовет принял. Горсовет принял наш, да? Да? Днепропетровский. Да. Ага. О том, что кладбище закрыто. Надолго? В связи с карантином. Надолго? Неизвестно. А там дату они не написали. А какое постановление или что там? Дадим Дима ознакомиться, конечно. Такое впечатление, что геноцид человечества происходит. Ну, нет, вы же поймите. Вот, я не к вам, ребята. Протокол номер 6. Ага. Да покажи, ознакомиться. Давайте вот сюда, да. Да-да, спасибо. Можно чуть поближе? Хорошо. Спасибо большое. Угу. Мы знакомимся. Спасибо. Вот, поехала. Могу пункт 4 показать. Да-да-да. Покажите нам пункт 4. Вот, пункт 4, пункт 5. Есть. Угу. Все, спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо, до свидания.